Сегодня вся страна поздравляет учителей. Вообще учитель – это понятие такое довольно-таки растяжимое. Учитель – это человек, который чему-то учит. Я хочу рассказать про одного из своих учителей. 6 лет назад я заболела фристайлом и кликером и завела специально для этого собаку. После того, как меня послали все дрессировщики Челябинска, меня посоветовали обратиться к Анне Курочкиной. И вот она стала моим учителем и продолжает быть моим учителем. Она меня за эти 6 лет вот научила, наверное, всему, что я знаю. Я пока знаю мало, поэтому нам еще учиться и учиться вот вместе вот с этим шилопопом, у которого шило из попы забыли вытащить. Ань, я хочу поздравить тебя с Днем Учителя. Ты действительно учитель для многих людей, для многих собак. Оставайся такой же, и к моим поздравлениям хотят присоединиться некоторые из твоих учеников. Аня Курочкина большая молодец. И научила она меня тому, что как можно содержать вместе несколько кобелей. Это был такой очень ценный опыт, который я до сих пор использую, за что я очень благодарен. Аня, поздравляю вас с праздником. Хочу сказать огромнейшее спасибо за то, что вы учили, воспитываете нас корявок. Знаю, порой нас любить хочется, поэтому желаю много-много-много терпения. Ну, а мы будем стараться добиться всех поставленных целей. Анечка, желаю тебе талантливых учеников, прекрасных коллег, плодотворного труда. Будь всегда красивой, счастливой, довольной собой. Огромное спасибо от нас с Максом. Всего самого-самого наилучшего. Ань, поздравляю тебя с Днем Учителя. Ты научила нас танцевать. Теперь мы танцевать не просто любим, мы умеем это делать. Спасибо тебе огромное. Мы будем продолжать совершенствовать свое умение, оттачивать свое мастерство. Хочу пожелать тебе крепкого здоровья, крепких нервов, хорошего настроения, ну и самых лучших учеников в мире. Мама, поздравляю тебя с праздником, желаю тебе удачи, денег, особенно терпения и здоровья. Спасибо за то, что ты нас научила всяким разным трюкам. Спасибо тебе, Аня Курочкина, за то, что учишь нас, за то, что занимаешься с нами, за то, что терпишь наши капризы. Но мы, правда, очень стараемся и будем стараться, чтобы тебя радовать. Спасибо тебе за то, что ты сделала нас всех командой. Это все только благодаря тебе, за то, что мы помогаем друг другу, за то, что мы искренне радуемся друг за друга и переживаем друг за друга. И ни один, я думаю, клуб такой в нашей области не может таким похвастаться за эту сплоченность, что мы даже дни рождения празднуем, поздравляем друг друга. Спасибо тебе за то, что ты есть именно такая. Мы очень тебя любим, мы очень тебя ценим и очень поздравляем с праздником. Привет всем! Мы хотели поздравить руководителя клуба «Анкур» Анну Курочкину с Днем Учителя. Чизик, иди сюда, смотри. Смотри туда, смотри. За ласку, доброту, тепло, что ты нам уделяешь, спасибо. Ведь что нужно нам, лишь ты прекрасно знаешь. Желаем мы от всей души здоровья безграничного. Вот такого. И настроения всегда веселого, отличного. Спасибо вам большое за то, что вы сделали вот из этого маленького дурика, моего хорошего, умного, а главное послушного пса. Большое тебе спасибо, Анечка. В Анкур с хозяйкой я ходил. Змейка. Змейка изучил. Вальс. Вальс. Кружись. Сидеть. И Миша. Султаша молодец, я слышу. Я могу лежать. Стоять. С хозяйкой рядом. Погулять. Охранять хозяйский сон. И за это вам поклон.